весенний разлив, затопленные кусты, рядом речка Ватома. Вот на червяка попадается красноперочка некрупная. Ну, спуск небольшой, тут практически воды нету, вода уходит постепенно. Маленько разогрела, вот начала брать. Определенные трудности с этой травой, с кустами. Постоянно все цепляется. То травинка, то веточка. В общем, ловить не очень комфортно. Ну, если ее назвать красноперкой. То она красноперка. Маленечко покрупнее. Привязал крючочек за глотыш, троечка, наверное. И оставлю маленький кусочек. Посмотрим, будет цепляться или нет. Ой-ой-ой, а это что за чудо? Речка попалась. Ну нет, воды практически. Интересно, клюнула. То есть потолок не утопила, а просто плыла. Вот с поля ручеек протекает. Там вот озеро низенькое. Ну,
тут еще попался.